В Афганистане внезапные наводнения, вызванные сильными дождями, стали причиной гибели не менее 35 человек. Еще более 10 числятся пропавшими без вести. Бедствие охватило западные регионы страны. Затронуты тысячи человек, разрушены сотни домов, пострадали исторические достопримечательности, тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, мосты и дороги. Наводнение вызвало сильные разрушения. Я был в пострадавшем районе и видел более 200 разрушенных домов. В провинции Багдис нынешнее наводнение называют худшим за последние 20 лет. Мой дом и ферму разрушило наводнение. Идите и посмотрите сами, вы расплачетесь. Это бедствие еще больше усугубило и без того тяжелое положение местных переселенцев. В прошлом году сотни тысяч жителей западного Афганистана были вынуждены покинуть свои дома из-за сильной засухи. Теперь же их временные лагеря разрушило наводнение. Напомним, сильные ливни вызвали бедствие и в соседнем Иране. Там погибло не менее 44 человек.